Приветствую! Сегодня покрываем икону политерпеновым лаком Jarof Studio. Лак наносится кистью синтетической. Он универсальный и может быть использован для покрытия икон как выполненных восковой темперой, так и яичной темперой. Живопись необходимо просушить яичную в течение нескольких месяцев при возможности. Для того, чтобы покрыть икону, выполненную восковой темперой, необходимо лак нанести 1-2 слоя. Для того, чтобы покрыть яичную темперу, как правило, мы наносим 3 слоя лака. Лак наносится непосредственно на живопись и на золото. Также не нужно закреплять надписи, выполненные асистом или творенным золотом. Надписи не нужно по золоту закреплять, поскольку мы не фикаем этот лак подобно олифе, а просто периодически раз в полчаса разравниваем кистью. Лак высыхает в течение 24 часов на восковой темпере, на яичной темпере. Лак может сохранять легкий отлип до 3 суток, что является нормой. После того, как отлип исчезает, икону можно покрыть повторно. Повторные слои лака, как на яичной темпере, так и на восковой темпере, высыхают быстрее, чем первый слой. На восковой темпере разравнивать лак можно только несколько раз, и затем оставляем икону на полную просушку.